Поезды Hyundai. Инструкция для пассажиров. Несколько минут назад из Харькова отправился один из двух в Украине двухэтажных поездов. С сегодняшнего дня он будет курсировать по маршруту Харьков-Киев-Винница. На прямой связи со студией наш корреспондент. Теперь это уже архивные кадры производства первых скоростных поездов для Украины. Бажаем вам счастливой дороги и приятной подорожи. Укрзалізниця. Терміново скорочуємо відстані. Зараз по Україні і в сусідню Польщу курсують 16 скоростних поїздів, в тому числі 2 чешських і 4 отечественних Крюковського заводу. Но первопроходцем був корейський Hyundai. Корпорейшн отлично помнит. Пішов вас, дебіли, ти дебіли! У вас если я сейчас достану стол, ну что? Давай, вставай! Бігом, я бігу, ра-ра-ра-ра-ра, бігом! Ми сен ща-ща-ща-ща, бігом! Всі вагони поїзду обладнані напівавтоматичними вхідними дверима. Відкриття та закриття дверей відбувається натиском відповідних кнопок.
Хюндай, нахуя вы приехали? Кто? Какой Хюндай? Который проходил, блядь. Какой Хюндай? Откуда я знаю, какой Хюндай, блядь, который проходил? Да сука, завали ебану! Сбили с ног, потом пенальти, как обычно, гол, вывод, пейнтбол. The ceiling.